Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum. Значит, в комментариях к прошлому эпизоду, то есть в прошлом эпизоде я спросил, какой голос лучше, чтобы я проходил игру или чтобы Бэтмен проходил игру, но там один такой замечательный комментарий был. То, что, ну, прям вообще, ну, такой, ну, что, правда, что ли, у меня, ребят, что, реально, у меня упоротый голос, я бы не сказал. Может быть, когда-то иногда да, а когда-то нет. И, в общем, я так понимаю, тоже. Так, что же мы в этом эпизоде-то будем делать? В этом эпизоде мы... А знаете что, мне очень не понравилось, как я сказал в этом эпизоде «Всем привет». Давайте-ка я заново вот сейчас скажу такой «Всем привет!» И потом такое типа вставлю, потому что, блин, дебильно, я так орал несколько минут. И, в общем, куда мне теперь... А, сюда. Да. Что же мы делаем в этом эпизоде? В этом эпизоде мы отправляемся... к ядовитой плющихе спасать мир. Что делать тут-то теперь? Я что-то упускаю? Да, я что-то упускаю. Нужно взорвать, значит, геликом вот эту штучку. Музон. Бэтмен! Болван! Да, он пофиг. Так, взрываем штучку. И потом брррр. И потом брррр. Ну прям всем бомбануло. Теперь туда никто не пройдет. Лифт такой: блин, надо было пошутить сначала, сказать: ты не пройдешь. И потом взорвать этот лифт нафиг. И я бы такой, тогда был бы Гэндальф вообще. Кто считает, что я Гэндальф, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Да, мы продолжаем. Warning, keep out. А, то есть здесь как бы такой тупичок был замечательный. Замечательный дизайнер был в этой лечебнице. Очень тупой. Блин, я тут три секретика пропустил. И тут еще. Ну все, кранты мне. Придется опять там дофига шагать. Ну ладно, да пофиг. Все равно я это ненавидел, буду шагать. Включу какой-нибудь дешевый музончик. И тогда буду шагать. Здесь тоже надо. Вот так, так быстрее. Так быстрее, чем геликом намазать. Привет, Артём, дофига налей. Я тебя не, да, даже не знаю, если честно. Мне какие-то люди добавляются в Xbox Live. Это, догадываюсь, это подписчики. That's what she said. Ай, шутки. Так, я хотел сказать, что сказать. А, да, тоже ко мне какие-то люди добавляются. Предположительно, подписчики. Ну, блин, я их не знаю. Столько друзей у меня сейчас в Xbox Live. Я просто не знаю, кто эти люди. Да, да, знаю, знаю. Нет, это не твой остров. Это... Чёрт! Не, хиня! Ай, мазилы. Тупые споры попасть по мне не могут. Да из них попало, ну пофиг. Чё я говорил до этого? А, да, включать какой-нибудь дешевенький музончик. Или включать там, как я обычно люблю, подкасты какие-нибудь. И, в общем, слушать. Люди там болтают. Да. Вау, ребят, я не... Вау, подождите, вы что, по Бэтмену стреляете? Какой же это был только что четкий хедшот. Какой-то сейчас был четкий хедшот. А, да, точно, подкасты. Чуваки обсуждают какие-нибудь важные политические темы. Нет, я политику ненавижу. Просто про игры. Там что-нибудь интересненькое болтают. Так, внимание. Ничего они не знают, заткнись.
И что ты с этой самой... Короче, она хоть говорит то, что типа ты не сможешь. И мы станем самой мощной силой в мире. Че ты, блин, будешь с этой силой делать? Ничего ты не будешь, ты тупая. Слышь? Да-да-да, знаешь ли. Почему снайперы не кричат, когда я их вешаю вверх тормашками? Кстати, вот это очень-очень плохо, висеть вверх тормашками. Блин, я чуваку сейчас помогу, я ему сейчас жизнь спасу. По-моему, я его только что убил. Он стукнулся головой об камень. А потом еще кости свои сломал. Он-то без сознания, но я думаю, в сознание он больше никогда не придет. Бэтмен, убийца! Не, Бэтмен не убийца, Бэтмен не убивает. Вы играли в Arkham Knight? То, что Бэтмен там вытворял? Не, Бэтмен не убийца. Не. Да, идите нафиг! Там, чувака в щит электрический стукал. Стрелял. Я так понимаю, это транквилизатор был в этом... Бэтмобиле, но, блин, все равно эти пули транквилизаторные с такой силой вылетали из этой пушки. Они дохлые. Они дохлые, просто. Тихо. Бум. Ну нет, тихо. Отвали! Сраный снайпер! Да ёлки-палки, это снайпер-читер, он не видел меня, он не должен был меня видеть. Где нафиг? Те текстурки говно. Ха, понесли шутки про текстурки. На самом деле, у Джокера офигенные текстурки. Так же, как у всех в этой игре, офигенные текстурки. Я не понимаю, зачем в Arkham Knight нужно было делать редизайн всех персонажей. В Arkham City просто лучший Бэтмен. Самый красиво выглядевший Бэтмен, я не знаю, как это правильно сказать. Короче, в Arkham City просто Бэтмен выглядит лучше всех. Я не знаю, зачем взяли редизайн персонажа, сделали. Харли Квинн вообще просто ужасно выглядит. Такая страхолюдина. То же самое могу сказать и про ядовитую плещиху. Ну блин, некрасиво. Они как бы на людей стали похожи. Ну как можно зеленую тетку сделать похожей на человека? Это просто некрасиво будет. Что за шутка про салат? Джокер пошутил про салат. Он сказал, я принесу салат. Че, Пудипай, что ли? Что за шутки про салат, которые я не понимаю? Пудипай постоянно про салат шутит. Ты какая-то нерешительная. Ты кто хочешь, чтобы я пришел, кто не хочешь, чтобы я пришел. Да ну тебя, ядовитая плющиха. Я как бы знаю, то, что правильно говорить, ядовитый плющ. Ну, ядовитая плющиха, это как-то в женском роде. Короче, долбала. Да. Я знаю, ты говорил уже 8000 раз. Да-да, сейчас приду и все увижу. Я сканировал. Он теперь сканировал. Вау, круто. Конундрум Кракер. Это я уже чё? 55%, пацаны, я круче всех. Ты все это время не орала, а теперь решила поорать. Вырубил одну из твоих дешевых растений непонятных. Я это сканировал.
О, привет. Вот ты так теперь каждый раз орать будешь? Не надо, блин. Я не еда. Я невкусный. Stop it. О. Так вот тебе еда, зачем тебе Бэтмен, блин? Ой, привет. Слушай, эти твои штуки меня бесит. Это смешно орёт. Вот тупая. Что ядовитая плющиха о себе возомнила? Она реально думает... Ой, они мне ничего не сделали. Ну, как бы, да, это ничего мне не сделало. Но, блин, они стреляют в меня своими вонючими спорами. Я должен их обезвредить. Да. Почему? Come to me, my dear friend. Так, внимание. Я сюда прилечу, меня сразу споры сожрут. Или я могу сразу вот так полететь. И меня никто не сожрет. Ха-ха, я умный. Are you scared, Batman? Ты кто? Чё тебе надо? Ты крут. Ой, спасибо. Спасибо большое. Мне прям поднялось так. У меня самооценка поднялась. Я прям теперь, может быть, даже замочу эту Айви. То до этого я точно не мог. Я, блин, она же меня победит, я ж проиграю. Теперь я крут. Я умный. Я крут. What hit me? Batman! Тебя стукнул Batman. Я так понимаю, мне туда. Потому что это большая длинная тентакля зовет меня. Ха-ха! Ну, короче. Айви, я пришел. Destroy it, Batman. I told you to go to your cell. I was a fool. I thought the plants were in pain. Now I realize they were evolving, growing stronger. В общем, в Айви можно стрелять все время. А можно и... А можно и не стрелять все время. Нет, в принципе, в нем можно стрелять все время. И как бы нужно обязательно прыгать иногда. И можно стрелять все время. Сейчас будет очень... I want to break free! Ой, фу, я их не заметил. Так. Вау, я сдох, кстати. Как так быстро мне удалось сдохнуть? Ну, хотя бы пофиг уже. Да. Так, так, сейчас надо собраться. Ой-ой-ой. Посмотрите, что она себе возомнила. Она думает, что победила Бэтмена. Здесь была параллельная вселенная, которая не происходила. Да, да, знаю, знаю, знаю. Зачем здесь загрузка? Ты буквально только что, блин. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем почаще. И шпуляем бетаранги. Ш-
Пуляем батаранги! Так, все хорошо. Я ж пуляю батаранги! Блин, я не попал. Ха-ха, дура. Вообще, если честно, то эта битва с боссом, она невероятно крутая. Я не знаю почему. Но лично для меня она выделяется из всех больше всего. Ай! Ну, лично... Вот да, как я только что сказал, могу сказать это еще раз. Эта битва с боссом мне запомнилась больше всего. Я не знаю почему. Не из-за того, что как бы миллион раз ее проходил, из-за того, что дох. Нет! Как бы... Она прикольная. Блин. Я не знаю, как это объяснить. Не могу вспомнить ни одну другую битву с боссом в этой игре. А это крутая. Да. Наверное, потому что это одна из немногих битв с боссами. Битва с боссом в этой игре, а то есть одни титаны в основном. Ай-яй-яй-яй, я сейчас опять... Ну давай чуть-чуть. Так, теперь мы гелик и рисую. Don't please, ой-ой-ой, бедняжка, бдум. И продолжаем шпулять батаранги. О, чувачки. А я и забыл то, что здесь чувачки, кстати, тут появляются. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Ай-яй! Блин! Вот так, вот это уже тяжелее. И смотреть за этими. И смотреть за ней. Тихо-тихо! Вау! Вау, хп нет уже! Что случилось? Было полукруг был. Сейчас я напряжен. Один удар и я сдох. Вау, тихо, ребят. Так, ладно, еще один удар. Нет, вот и все, гейм овер. Да. Дура. Вообще, Poison Ivy тупое имя. Что такое плакт? Я не знаю, что такое плакт. Так, вот сейчас с этой попытки я ее точно победю. Я не знаю почему, но у меня там как-то было много хп, потом вдруг стало мало хп. И сейчас началось с чекпоинта уже? А, фу, тогда точно все победи ее быстро. Эй, чувачков уложил тоже. Ой, валим. Да харе! Вали вниз. Меня сейчас стукнет, да? Блин. I want to break free! Silent takedown! Зачем там silent takedown? Появилась табличка. Ты неудачница. Слышишь, ты неудачница!
Вау, у меня только что абсолютно вроде бы полное хп было, сейчас его вообще нету. Ну, короче, у меня проблема, наверное, я накаркал. Не люблю я каркать, знаете ли. Это отстойно. Вау, как он улетел. Я тут немножко боюсь, потому что если меня щупальцы сейчас загрызут или меня... Съест кто-то! Нет! Да ладно! Зачем так орать? Когда дохнешь? Ну, потому что гейм-овер, потому что я лох, я сам виноват. Дай в жопу. Да жопа какая-то! Какого хера ты меня убиваешь? Вау, камера! Ха-ха! Я видел то, что не должен был видеть. Дура ты, знаешь ли, блин. Как я замочил, блин, с первого раза, нормально все, а сейчас ужасно. Потому что люди тупые появляться начали. Раньше людей не было. Вот мне и хорошо. Ха, там это, да, короче. Да какого фига ты не прыгнул так как надо, дебил? Я сейчас все равно выиграю и так. На, блин, дура. На, блин, дура. На, блин, дура. Пусть валяется, мне пофиг. Все, соснуло. Я ее победил. И неправда, там сзади ничего не было. В катсценке там как будто было что-то сзади, а на самом деле там ничего не было. Сири трофейчик. Ура! Ну, в общем-то, нам надо отправляться на вечеринку, которая находится вот тут. Что мы сделаем в следующем эпизоде, потому что это, типа, финал. Ребятки, следующая серия финал. И знаете, что я решил? Эта серия выходит, походу, сегодня. А следующая серия выходит прям завтра. То есть, типа, вам не придется ждать финала этой серии. Короче, и все. Не, ну, как бы я имею в виду то, что сейчас, сегодня выйдет... Сегодня. Ну, короче, выйдет 11-я серия Бэтмена. Если она, конечно, 11-я, если ничего не перебыл. Псих бегает. И сразу же завтра с утра выйдет 12-я серия Бэтмена. Типа, финал. Типа, fuck yeah. Типа, добил я наконец-то эту игру. И типа, ура. И типа, будем вместе праздновать. И пить шампанское. Но пить шампанское не надо. Алкоголь это вредно. От него пьянеют. Вот. Так что... Да. Музыка. Я не знаю, что это за музыка. Я не шарю. Вот. Ну да... Бэтмен упал.
Ко мне псих бежит, не? Я хочу... Вот, ну ладно, да, так что... Всем спасибо за просмотр вот этого эпизода. Не забудьте посмотреть финальный эпизод, который выйдет завтра, как я уже сказал. Ну или если вы смотрите это когда-нибудь через 2 года, то он уже, конечно, там уже есть. Да, и вот, да, чуть-чуть как-то отвлекся немножко, забыл, о чем говорил. Ах, да, Бэтмен. Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен. Бэтмен нерешительный, Бэтмен не знает, что делать. Ха-ха. Ой. Ладно. Пока, Бэтмен. Пожелаю всем удачи, Бэтмен. А свет неправильный, свет должен типа остановиться, на самом деле он продолжается дальше. А, непродуманное световое освещение вообще. Ладно, как я уже сказал, а то я уже совсем затянулся со своим этим бредом. Всем пока!